Это программа «День с толком». В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Игры со здоровьем. Почему диабетики края вынуждены ждать необходимый инсулин месяцами или покупать его за свой счет? Козеркам по новому асфальту. Сколько километров проселочных дорог края поменяют дорожную одежду до конца года? Дерби по-барнаульски. Как команда любителей и профессионалов обыграла? Около 2000 вопросов поступило на прямую линию с губернатором края, которая длилась почти 2 часа. Помощь семьям мобилизованных, проблемы с водой, нехватка врачей и школ – это лишь небольшая часть тем, которые Виктор Томенко успел разобрать в прямом эфире. Что еще волнует жителей края, знает Ирина Корчагина. 1775 вопросов. Именно столько обращений поступило на прямую линию с губернатором края. В социальных сетях трансляцию посмотрели десятки тысяч человек. Судя по вопросам, самые острые темы для жителей края – дороги, соцподдержка, образование, ЖКХ, строительство и, конечно же, СВО. Одна из жительниц региона обратилась к Виктору Томенко с просьбой оказать помощь по хозяйству. Ее мужа мобилизовали, женщина осталась одна с грудным ребенком. И в таком положении сейчас многие семьи. Обращайтесь, пожалуйста, в Фонд защитники Отечества, Управление соцзащиты по месту вашего жительства, администрации местной, заготовка дров, угля или что-то там по дому помочь и так дальше. Здесь таких специальных государственных программ нет, но волонтерские силы, волонтерское движение сегодня нам позволяют, помогают очень большие объемы и таких вопросов закрывать. Поэтому никого не оставим, так сказать, один на один в этой ситуации. И обязательно поможем. Еще одна жительница региона пожаловалась на нехватку детских врачей в барнаульской больнице. По словам женщины, сейчас практически невозможно пройти комиссию в детский сад бесплатно. Врачи отправляют родителей в частные клиники. Такого, чтобы посылать человека, это вопиющие факты, и мы с ними будем бороться. Вот, несмотря на весь дефицит имеющийся врачей и медицинских работников, эти вещи надо пресекать, на них надо жестко реагировать. Обращаюсь к министру здравоохранения и министерству, займитесь, там Дмитрий Владимирович Попов возглавляет, это, с этим надо поработать. Волнует людей и загруженность школ, или вовсе их отсутствие. Особенно это касается спальных районов города. Так житель индустриального района напомнил, что еще весной Виктор Томенко анонсировал строительство школы в квартале 2033. Однако местные жители опасаются. Уже июля, стройка даже не началась. Губернатор заверил, что ситуация находится на контроле. В августе, наверное, заключен будет контракт сейчас по итогам всех конкурсных процедур. На строительство такого объекта, наверное, я думаю, что года 3 уйдет. И поставим задачу такую, чтобы к 1 сентября 2027 года школа уже распахнула двери. Также по итогам прямой линии Виктор Томенко распорядился решить вопрос с водоснабжением в проблемных муниципалитетах. Такую задачу он поставил региональному Минстрою. На это понадобится порядка 100 миллиардов рублей. Всего во время прямого эфира Виктор Томенко ответил на 17 вопросов. По его словам, остальные обращения, а мы напомним, что их было 1775, обязательно будут отработаны. Кстати, в этом году состоится еще один уже привычный формат общения с населением. Традиционная прямая линия с губернатором, которая пройдет в конце года. Ирина Корчагина, «День с толком». А сейчас о нескольких нововведениях августа. Президент страны установил новую выплату тем, кто пойдет служить по контракту в зону СВО. Выплата составит 400 тысяч рублей. Также с 1 августа оставить в наследство можно будет не просто машину или квартиру, но и цифровые рубли. Далее подробнее. Тем, кто заключит контракт на службу в зоне СВО с 1 августа по 31 декабря 2024 года, согласно указу президента страны, будут единовременно выплачивать 400 тысяч рублей. Среди них могут быть мобилизованные, призывники и другие граждане России, а также иностранцы. Прежний указ от ноября 2022 года предусматривал размер выплаты в 195 тысяч рублей. С 1 августа меняются правила назначения и выплаты единого пособия на ребенка в возрасте до 17 лет. Оно будет назначаться по месту фактического проживания или временной регистрации. Заявление для подтверждения адреса места жительства не потребуется. Правда лишь в том случае, если пособие раньше уже назначалось в другом регионе и было соблюдено одно из условий. К примеру, если заявитель или его супруг отчисляет налог с доходов или получает пенсию именно в новом регионе.
В другом случае доказывать место фактического проживания придется документально, договором найма, справкой о посещении ребенком детского сада или школы. С 5 августа банки и микрофинансовые организации должны будут записывать все взаимодействия с должником, который просрочил выплаты по кредиту. Раньше это должны были делать коллекторы. Теперь записывать и хранить все текстовые и голосовые сообщения будут также банки и микрофинансовые организации. Все это должно храниться не менее 3 лет. В Госдуме считают, что это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов. Ну и с 1 августа 2024 года можно будет наследовать и завещать цифровые рубли. Оформить соответствующий документ можно не только с помощью нотариуса, но и в банке, где открыт конкретный счет. Так что цифровую валюту, как наличные или безналичные рубли, наследники смогут получить до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства. Татьяна Голубева, «День с толком». Ограбивших в июне ювелирный отдел торгового центра задержали в Барнауле. Похитителями оказались 4 ранее судимых, троим из которых по 21 году, четвертый на 10 лет старше своих подельников. В полицию в июне обратилась продавец, которая сообщила, что в ювелирный магазин ворвались неизвестные в черной одежде и масках. Они разбили молотком витрину, забрали лотки с золотыми изделиями и скрылись на автомобиле. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев произошедшего. В результате оперативно-розыскных мероприятий 4 подозреваемых были задержаны. Похищенные золотые украшения на 1 000 000 рублей грабители сбыли в соседнем Новосибирске. Как выяснилось, все 4 уже были судимы за мошенничество, грабеж и кражи. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Расследование продолжается. С 1 августа в среднем на 214 рублей вырастет пенсия работающих пенсионеров. Всего в Алтайском крае тех, кто, будучи на пенсии, работал в 2023 году, порядка 102 тысяч. Почему индексация оказалась не столь значительной и как будут проиндексированы страховые пенсии жителей края в 2025 году, расскажем далее. На сегодняшний день в крае живут 696 тысяч пенсионеров, а вот тех, кто в 2023 году, будучи в статусе пенсионера, официально работал, всего 102 тысячи. Пенсии повысят тем, кто не просто работал, а делал это официально, и к тому же работодатель платил за человека страховые взносы. Средний размер повышения невелик – 214 рублей, на то есть причины. Есть ограничения. То есть если работающий человек не пенсионер, в течение года может заработать и накопить себе на пенсию 10 пенсионных коэффициентов, то для работающих пенсионеров есть законодательное ограничение – 3 пенсионных коэффициента. То есть неважно, какую он зарплату получит, хоть 5 миллионов, но есть ограничение – 3 пенсионных коэффициента. Согласно поправкам в федеральный закон, со следующего года соцфонд начнет снова индексировать пенсию всех работающих пенсионеров. А их в регионе сейчас больше 96 тысяч. Решение приняли по поручению президента страны. Первая индексация пройдет в феврале 2025 года. Напомню, что пенсии работающим пенсионерам не индексировались с 2016 года. Чтобы рассчитать прибавку, планируется учесть пропущенные 8 лет. Посчитают эту базу, то есть какой бы размер пенсии был у человека, если бы не было пропуска этих индексаций. Допустим, размер вот этой базы будет составлять 23 400 рублей. Именно к этой сумме и будет применен размер индексации. К примеру, это будет 1600 рублей. Мы эту прибавку, 1600 рублей, прибавим к тому размеру пенсии, который человек фактически получает. То есть 17 400 плюс 1600 получим 19 тысяч рублей. А вот пенсию с учетом всех пропущенных индексаций работающим пенсионерам будут платить лишь после их увольнения. Что касается социальных пенсий, то, как нам сообщили в социальном фонде края, их продолжат индексировать согласно темпам роста прожиточного минимума пенсионеров с 1 апреля. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, Дмитрий Денисов. День с толком. До конца года по программе «Безопасные и качественные дороги» в Алтайском крае отремонтируют 20 километров проселочных дорог. Сейчас работы уже завершают в селе Озерки Тальменского района. О том, какие еще участки вскоре закатают свежим асфальтом, расскажем далее. Безопасные и качественные дороги по нацпроекту делают не только на трассах и в городах. Подъезды к населенным пунктам не менее важны. Так, в селе Озерки Тальменского района уже доделывают участок длиной почти в 2 километра. На данный момент, то есть локально мы произвели замену основания, чтобы выровнять профиль дорожной одежды в дальнейшем. И
избежать проблемы с водой. На сегодняшней неделе мы закончим уже укладку верхнего слоя, останутся только тротуары, ну и обустройство, то есть это знаки дорожные. Очень важно, что здесь вскоре появится тротуар, поскольку недалеко останавливаются электрички. С другой стороны, у нас школа, так что теперь дети могут спокойно ходить на занятия. Это очень интенсивное движение у нас в этом участке. И скажу так, что часть дороги проходит непосредственно через село по улицам села. Поэтому мы в 22-м году вышли, жители села вышли с ходатайства. И в настоящее время работы, как вы видите, идут в полном разгаре. Доделать участок планируют уже к сентябрю. Работы ведутся в ускоренном темпе. Основной сложностью стал ремонт на железнодорожном переезде. Тут достаточно интенсивное движение поездов, поэтому приходилось часто останавливаться. Но теперь этот участок завершен, и дорожники работают дальше. Озерки отнюдь не единственный населенный пункт, где ремонтируют дороги. В текущем году 20 километров дорог будет выполнено именно в черте населенных пунктов, в 11 населенных пунктах. Как примеры можем привести из крупных – Заринск, Тогул, Новичиха. Также ремонт участков в подобных населенных пунктах края ведется по программе «Комплексное развитие сельских территорий». За 12 лет по проекту сделали свыше 300 километров дорог. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Борьба длиной в 20 лет. Пожилая жительница Барнаула с диагнозом сахарный диабет десятилетиями добивается положенного инсулина. Время от времени пенсионерку переводят с одного лекарства на другое. Такие эксперименты уже неоднократно приводили к негативным последствиям. При смене препаратов сахар летел вверх, возникала аллергическая реакция. К чему такие игры со здоровьем, попыталась выяснить Валентина Аскерова. Сахар, он должен у каждого диабетика стоять на вытянутую руку. Всегда во всеоружии уровень сахара ночью может резко снизиться. Сладости должны быть под рукой. С диабетом Валентина Митрохина живет уже больше 30 лет. Уровень сахара контролирует 5 раз в день. Восемь, девять. Для меня это нормально. Но сахарные качели у Валентины Митрохиной случались при смене инсулина. Подходящий препарат пожилой женщине однажды перестали выдавать бесплатно. Перевели на другой. Эксперимент привел к аллергии. Во-первых, зуд был страшенный. Потом живот – это вообще что-то невыносимое было. Вот. И зуд, и язык отек. Глаза чесались. У меня страшно чесались глаза. А еще сахар мгновенно преодолел критическую отметку и поднялся аж до 26. Во-первых, стресс для организма, страх. Я же испугалась, конечно. Во-первых, я испугалась того, что я дома, без стационара, а это делать нельзя. Я в шоке от этого, я честно в шоке. Потому что нельзя так с диабетиками делать. Снижала сахар женщина проверенным инсулином, но уже за свой счет, а это не маленькие деньги. После многолетней борьбы пациентки вернули подходящее лекарство. Но такая щедрость от Минздрава, боится женщина, в любой момент может закончиться. Видите, они чем мотивируют то, что мол, у нас же сейчас все санкции. И значит, может так, что нам откажут в этих препаратах. В последнее время алтайские пациенты, страдающие сахарным диабетом, все чаще сталкиваются с проблемами лекарственного обеспечения. В краевом Минздраве называют причину. Поставка препаратов не всегда проводится компаниями в обозначенный контрактом срок. Также ряд производителей инсулинов ушли с рынка. В случае временного отсутствия препаратов на рынке Минздравом Алтайского края направляется информация в медицинские организации края о необходимости смены проводимой терапии и проведения аналоговой замены указанного препарата. Наша героиня, 76-летняя Валентина Митрохина, сетует не столько на смену препаратов, сколько на то, что пациентов при таких манипуляциях не направляют в стационар и не контролируют реакцию на новый препарат. В таких состояниях уже по скорой в больницу увозят. Но я очень крепкая и дюжая. Я же выросла в деревне. Справятся ли другие пациенты, которых переводят на другой инсулин, большой вопрос. Выносливые далеко не все. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.
Уже в эти выходные шахматисты начнут свои выступления на спартакиаде учащихся. Команды прибывают в Барнаул. Состоялось заседание комиссии по допуску участников. И теперь все готово к началу соревнований. По какому графику будут проходить игры и почему встречи пройдут без зрителей, расскажет Дмитрий Дроздов. Шах и мат. Совсем скоро такие слова мы услышим в краевом шахматном клубе. 3 августа спартакиада начинается для любителей королевской игры. В ней примут участие команды из 16 регионов страны. В составе каждой двое юноши и две девушки. Соревнования будут проходить по швейцарской системе в 7 туров. Наша команда готова на 100%. Я считаю, тренерским штабом на самом деле проделана очень большая работа. Был разработан график турниров. Ребят действительно подводили к этому турниру, готовили. Абсолютно уверен в женской нашей половине. Ребята, которые занимают первые места, они попадают в высшую лигу первенства России. Встречи шахматистов без зрителей. Это сделано для того, чтобы полностью не отвлекать спортсменов от партии и исключить любого намека на подсказку. Федерация шахмат Алтайского края организует трансляцию на своем сайте, где онлайн можно будет поддержать нашу команду. Напомним, 3 августа в 15:30 начнется церемония открытия в краевом шахматном клубе, а уже с 16:00 стартует первый тур. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Авиашоу, спортивные соревнования и выставка оружия – все это и не только подготовили для барнаульцев и гостей города на празднование 94-й годовщины образования воздушно-десантных войск России. Мероприятия пройдут 2 августа в нескольких точках города. Торжественная часть начнется в 10 утра на аллее памяти десантников на улице Малахова. В 11 на Власихинском кладбище состоится панихида, в 12:15 возложат цветы к мемориалу в поселке Южном. Далее там же на стадионе «Рубин» проведут спортивные и развлекательные мероприятия, показательные бои от действующих военнослужащих и авиашоу. Для детей тоже будет организована игровая программа. И, конечно, для всех желающих поесть армейской гречки – полевая кухня. И еще немного о спорте. Любительский футбольный клуб «Темп» переиграл команду мастеров «Динамо» Барнаул в рамках Кубка России. По ходу встречи профессионалы выигрывали матч, но во втором тайме «Темп» перевернул игру. Сравнял счет, а после и забил победный гол. Как складывалось барнаульское дерби, расскажет Дмитрий Дроздов. Место встречи изменить нельзя. Кубок России, «Темп» против «Динамо», очередное барнаульское дерби. В рамках Кубка России эти два футбольных коллектива уже между собой встречались. Одна победа у «Темпа» и одна победа у «Динамо». Кто сегодня выиграет, узнаем ровно через 90 минут. Ажиотаж и свыше 5000 болельщиков на стадионе «Динамо». Такое Барнаул видит редко, но ждет с нетерпением. Любители против профессионалов, «Темп» против «Динамо». Это как демон и ангел. Кто из них кто, решать зрителям. Встреча началась по сценарию «Динамо». Бело-голубые владели мячом, двигались быстрее, создавали атаки. Все это дало свои плоды. Шикарная передача Бакая, и нападающий «Динамо» Игорь Абрамов отправляет мяч в сетку ворот. В первом тайме мы сыграли достойно, я считаю, забили хороший гол. Во втором тайме мы позволили сопернику, сами же позволили сопернику сыграть так, как во втором тайме сыграл «Темп». Во втором тайме «Темп» успокоился и начал показывать свой футбол. Бордово-оранжевые быстро сравняли счет, и дальше болельщики наблюдали качельный футбол. То «Темп» заваливал атаками, то «Динамо» раз за разом имели моменты забить гол. Такая картина была до 80-й минуты, которая запомнится болельщикам двух команд. Владимир Завьялов, защищающий цвета «Темпа», сделал голевой пас в ворота бывшей команды, где он был лучшим бомбардиром и капитаном команды, а откликнулся на пас Никита Князев. «2-1». Игроки, которые вечерами трудятся на стройке, сегодня обыгрывают команду мастеров. «Темп» в Кубке России идет дальше. Совру, если скажу, что я не рад. Но опять же, лукавство будет, если я скажу, что я прям сильно рад. То есть, ну, так случилось, что я сейчас в команде «Темп», и у нас прекрасная команда. И вот переиграли команду мастеров. То есть,
не в обиду бело-голубым болельщикам, но сегодня Барнаул бордово-оранжевый. Непростой матч был, тяжело очень для нас складывался. Первый тайм, начало, конечно, мы не каждый день играем такие матчи при такой аудитории. Маленько ребят это где-то сковало. Вот. Ну, с середины первого тайма они начали играть уже в свою игру, в перерыве. Я им сказал, говорю, ребят, ну все, с середины первого тайма вы играете правильно, все делаете правильно, просто выйдите и забейте два. Это было, и так, в принципе, они сделали. Дальше по плану «Динамо» игра на выезде с Нижним Новгородом, а «Темп» готовится к поединку в третьей лиге Сибири. А что касается Кубка России, то бордово-оранжевые вышли на футбольный клуб «Сибирь». Игра состоится в конце августа. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Если у вас есть интересные актуальные новости, звоните по телефону редакции 205-545. Впереди прогноз погоды. Жара все еще не собирается уходить из региона. А у меня на этом все новости. Мира и добра. Всем до встречи.